Строительство храма святителя Николая началось 7 лет назад. Он станет духовным и просветительским центром огромного спального района. Уже сейчас его община многочисленна. Временно обустроенный храм в здании воскресной школы не вмещает всех прихожан, часть из которых в любую погоду молится за богослужением на улице. Масштабные строительные работы уже завершены. Следующий этап – отделка. К первому месяцу зимы удалось закончить все работы по строительству новой звонницы. По этому случаю в стенах храма был отслужен благодарственный молебен. Богослужение в знаковый для храма день возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Благодарили мы Бога и слушали сегодня евангельское чтение о 10 прокаженных мужах. И слышали, что только один иноплеменник вернулся для того, чтобы воздать Богу. И Господь дарует самое главное этому человеку за его благодарение, дарует ему спасение. Вот и мы, благодаря Богу, всегда ищем прежде всего Царство Небесное, ищем спасение для своей души и для тех, кто верен в нашей деснице. В завершении отец Сергий поблагодарил за труды благотворителей, стараниями которых строится и благоукрашается храм святителя Николая. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.